Больше, чем путешествие, это более 15 номинаций, 5 этапов премии и по одному лауреату в каждой номинации. Первая всероссийская премия в области развития молодежного туризма – это отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития молодежного туризма с воспитательной и образовательной компонентой. Она направлена на выявление и популяризацию наиболее успешных туристических проектов и идей, направленных на развитие молодежного туризма с учетом образовательных подходов и патриотической составляющей, а также с целью развития туристического потенциала и индустрии гостеприимства в регионах Российской Федерации. К участию приглашаются желающие заявить о своем туристическом проекте или идее в области молодежного туризма на территории России. Премия позволит получить информационную поддержку своих проектов, развить свои идеи вместе с партнерами премии, а также получить гранты на обучение, стажировки и образовательные программы и многое другое. Заявки принимаются до 29 мая на платформе «Больше, чем премия.рф».